Здорово! Я тут задумался о красоте мира, природы, человека в мире и прочих закидонов, и пришел к выводу, что если ты счастлив, то сразу же становишься красивым. В общем, погнали быть красивыми! В этом выпуске «Зум, что надо» покажет нам сиси-масиси. А Наталья, эх, Наташа, покажет нам импульсное давление. И наши любимчики этой недели – банан-убийца, шашлычный экспресс и крушение надежд. В общем, вот этот видос про столкновение. Нет, не поездов или автомобилей, про столкновение двух женщин. При этом одна из них будет молчать, как рыба. Сиси-масиси. Это последняя модель. Куклы... Это вот такие вот теперь у нас заместо надувных кукол есть вот такие силиконовые мадамы. У них вот рот открывается полностью. Вот так вот можно что угодно туда засунуть. Сисяо, как настоящий. О, обалдеть. Вообще, смотрите, это же прям сиси-масиси. Кошмар, до чего дошел прогресс. Возможно, вы словили кринж, но лично мне очень обидно за тетю. Потому как смешок у нее уж больно нервный. Видно, что она прикалывается, но на душе-то у нее неспокойно. Ой, как неспокойно. Это вот такие вот теперь у нас заместо надувных кукол есть вот такие силиконовые мадамы. Суки, ненавижу! Походу, в начале видоса она еще была уверена в своем превосходстве над этим изделием. Но чем ниже опускалась ее рука, тем более шатким становилось ее положение. Это же прям вообще прям сиси-масиси. Вы можете представить, что это? И это вообще... Я так вообще... Ее можно понять. Такой агрегат в разы лучше, чем... Электронная хрюшка для взятия спермы с подогревом. Но вот с выводами, которые она делает, я абсолютно не согласен. Скоро женщины не нужны будут. Вот, пожалуйста, насильные мужчины. Разворачивайте, переворачивайте, как хотите. Кушать не просит, в кафе водить не обязательно. Чего? Во-первых, потому что альтернатива женскому вниманию мужчинам известна довольно давно, и она до сих пор ни на что особо не влияет. А во-вторых, настоящим зрелым мужчинам не нужны никакие там сиси-масиси. Им нужны ласковые слова и женское тепло. И потому, дорогие дамы, не стесняйтесь их этим баловать. Вы такая красивая сегодня. Видите, ты айфон, мразь. Если на уроках ОБЖ вы считали ворон и ни хрена не запомнили, как надо себя вести при встрече с медведем, то вот вам следующий видос. Погнали. Угонщица. There is. Hey. Don't go back to the car. Don't fuck up the Mercedes. Oh shit. Oh shit. Oh, what the fuck? What the fuck? Думаю, роль сигнализации чувак исполнил минимум на один Оскар. Косолапый от таких душераздирающих криков, наверное, дорогу до берлоги забыл. Я худею в нашем зоопарке. Михалыч так-то вообще одной лапой в салоне уже почти был. Современных медведей медом не корми, лишь бы дай в чужих тачках покопаться. Разработчикам сигнализации стоит отметить профессионализм воспроизведенного звука. С таким ором тачка точно будет в безопасности. Потапыч знатно после таких диких воплей. И наверняка подумал, что где-то рядом сатана и пора делать оттуда лапы. Излагаю все как есть. Я спешу. Судя по всему, данная группа натуралистов комфортно расположилась на ближайшем дереве. И встреча с Мишкой в их планы вообще не входила. Я заснял! Я заснял! Короче, в следующий раз очень надеюсь, что косолапый не будет по чужим тачкам шариться. Он что, забыл, что ли? Если будешь воровать, загляни мои в глаза, и ты уже не будешь воровать. Что может быть романтичнее, чем сходить со своей девушкой на речку да прихватить с собой парочку пёселей? Ну, разве что в процессе всех этих гуляний удастся полюбоваться на фонтан. Импульсное давление. Oh, what a beautiful view. Let's just take a... Let's take a minute. Let's take a minute. Yeah, it's a beautiful... It's a beautiful view. It's a beautiful view. Она там одиночными обстрел ведет. Интересно, эта псина хоть сама замечает, что сыт? Или это только оператор такой внимательный? Ты сышь! На дорогу прям в рот! Да там, блин, уже все доски мокрые. Заткните ей спускной клапан, пока не поздно. Хотя в какой-то момент топливный бак этой сыкунишки опустеет и угроза минует. А вот как решить вопрос эстетики, я вообще в душе не... Я хуй!
худеем в нашем зоопарке. Блин, да как эта хрень вообще биологически объясняется? Типа собачело так сильно лает, что с другой стороны отдачей выдает? Ты что, ты пальцы вот открываешь? Или это такая тактика боевого засыха? Ну, чтобы сзади никто не подобрался. И, кстати, тактика эта не сработала, потому как под конец видоса ее братишка таки угодил под friendly fire. Не стреляй, сука! С каждым годом мы окружаем себя все более продвинутой техникой. И стоит признать, что порой большинство ее функций нам просто нахрен не уперлось. Но следующее видео докажет, что прогресс таки начал двигаться в правильную сторону. Зум, что надо. Так. Ну-ка, что там у нас? О, там вообще девка. Ясно. Ну, ясно так ясно. Одно только мне неизвестно. Это ж сколько же автор видоса отбашлял вечно зеленых за возможность погонять свой лонгер, не отходя от окна. Бывайте. А когда? Ночью. Вот это нестяк. А может, чел просто стесняется к девушкам ближе подходить? Вот и наслаждается возможностями своего аппарата. Вот так вот, зон. Ну или это охранник пляжа на самом деле. Просто он работает из дома удаленно. Эх, тяжелая у меня работа. Ну да, пусть он и выглядит как-то вот так, но, скорее всего, со своей работой он справляется на отлично, и во время его дежурства еще никто не утонул. Но это не точно. Своевременный ремонт мебели — это не только порядок в доме, но и жизненная необходимость. И вот вам тому доказательство. Чтобы помнил. Судя по звуку, дверка весит килограммов 8. Но даже если 7, то чуваку вряд ли от этого легче. Больно ноге! А ведь говорили ему, упрашивали. Но в своем пофигизме чувак был непробиваем, за что и поплатился. Он умер очень больно. Считаю, что он мучился своей смерти. Хотя, возможно, дверь упала не сама по себе, а ей помогли. Тут, конечно, можно до хрена подозреваемых перечислить, но я сразу назову основного. Да-да, вы правильно поняли. Один мохнатый говнюк уже давно покушается на целостность черепной коробки мужика. На, сука! И вот, походу, окончательный тест-драйв состоялся. Чувак, это похороны. И знаете, что обиднее всего? Мы ведь с вами так никогда и не узнаем, что чел хотел нам рассказать. Но я все же попытаюсь предположить. Я люблю басы. Помните, как раньше в каждом мультфильме герои поскальзывались на банане? Так вот, в новых мультах такого не показывают. И, видимо, это главная причина появления на свет вот этого видоса. Банан – убийца. Блин, ну за что? Она же бедный бананчик в желтую подливу по асфальту размазала. Я тебя сломаю, придурок. Еще и темечком об асфальт приложилась. Я бы еще понял, если бы она его покарать решила. За что? Не знаю, может, он переспелый был. Что еще может быть не так с бананом? Ну. Но ведь это был самый обыкновенный банан. Интересно, что эта садистка ему на прощание шепнула? Еще раз позвонишь, убьем! Ну ладно, допустим, банан не был целью, и девчуля просто хотела записать орный видос. Но блин, на что она рассчитывала? Как в ее фантазиях выглядела развязка этого прыжка? So no head. В общем, теперь у этой бегуньи имеется бесплатное сотрясение мозга. Ну и восхитительный аромат раздавленного банана на жопе. С чем я ее и поздравляю. Но не от всего сердца. Неожиданные подарки тема очень крутая и приятная. Главное преподнести красиво и найти подходящий момент. Сейчас сами все поймете. Подарок от души. Да и не важно вообще, где он его взял и как он это сделал. Главное, он сделал это от души. Актер. Скорее всего, дядька исполнил любимую песню этого джентльмена, и он никак не мог оставить его без знака внимания. Вот это я понимаю. Будет, кстати, максимально нелепо, если охрана заподозрит пропажу одного цветка, а потом на выходе у этого шансонье его найдут. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Некоторым парням на заметку, кстати. Если вы хотите сделать своей даме приятную неожиданность, думаю, схема вам ясна.
приятно. Очень приятно. Чувак отблагодарил мэтра как мог, а мог, как мы видим, он не очень много. Но, как говорится... Я бы сказала так, недорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы... Да и, судя по всему, этот любитель подарков до этого за барной стойкой отвисал и набирался смелости, чтобы подойти к кумиру. А я несу тебе цветы. Надеюсь, в целом вечер у этой немноголюдной компашки удался. И никто даже ни на секунду не подумал, что это была... Очень плохая музыка. Американцам можно употреблять алкоголь лишь с 21 года. И это в какой-то степени печально, так как они совершенно не знают, что делать со спиртными напитками и вытворяют вот такую дичь. Фокус. So what you do? Actually, don't try this at home unless you know what you're doing. So, first thing I'm gonna do is I'm gonna dip the dollar into the alcohol. Yes, the dollar is completely wet. And then I'm going to light a flame. There we go. And holy crap. What do I do? Holy crap, holy crap, holy crap. Keith, Keith. Yeah, I don't even know what I'm doing here. Oh my god! Crap. Не, ну вы видели? Представляю, как сейчас все алканавты России порвали пукан от того, что она впустую выбросила ценную спиртягу на ветер. Что позволю брать когор? И когда у девки загорелся стол, наверняка они все вместе нехило позлорадствовали. Типа, так тебе и надо. Дура набитая, маргариновая. А вы вообще поняли, нахрена она замутила весь этот огнеопасный движ? Она, блин, доллар собиралась поджигать. Я худею в нашем зоопарке. Да в то время, когда культурный пласт нашей страны мог бы пустить это баблишко на гораздо более нужные дела. Вот сейчас для проведения культурных мероприятий в коллективе с участием дам. В общей сложности не хватает всего 37 рублей. Я еще дико орнул с того, как эта всезнайка ванганула про свой же собственный эксперимент. So what you do? Actually, don't try this at home unless you know what you're doing. Ну, она-то, конечно, знала, что она делает. Обязательно нужно дунуть, иначе чудо не произойдет. Ну и по законам вселенского тупника чудо произошло. И этот Гарри Поттер на минималках быстро переобулся. Yeah, I don't even know what I'm doing here. Вот это поворот! Я просто похлопаю. А сейчас немного сельской романтики. Знаю, вы долго ждали этой рубрики, поэтому без лишних слов сразу к делу. Наталья, эх, Наташа! Ой. Сергей Иванович, Наталью забирай, все, забирай с машины. Я понял. Аккуратно только ее забирай. Давай, вылазь, сука! Вылазь! Я понимаю, что падение выглядело довольно болезненным, но, сука, как же она об асфальт размазалась. Прям аккурат, как подтаявшая желешка. Походу, тетю Наташу нехило так укачало от лихой езды Сергея Ивановича. Ну, либо от того, что ей предшествовало. Мы пьем! Мы пьем! Выйдем! Вот на выходе и получился небольшой конфуз. Ой, Наташ, пипец, тебе дверь открыть. Мне дико нравится разница в понимании джентльменского этикета у оператора и Сергея Ивановича. В то время как один считает, что с дамами нужно обращаться более услужливо... Аккуратно только ее забирай. Второй мгновенно выдает свою интерпретацию данного вопроса. Давай, вылазь, сука! Я ж тебя в покое не оставлю. И вот все равно, вот смотришь на этих двоих и понимаешь, что живут они не разлей вода. Почему? Ну, об этом лучше нашу неваляшку спрашивать. Потому что я выжила. Сильно? Ой. Ей главное теперь только до дома доползти. Потому как на помощь Сергея Ивановича я бы, прямо скажем, не рассчитывал. Сегодня что угодно можно на дом заказать. Хавку, лекарства, продукты. Но, господа ребята, из следующего видоса предлагают такой уровень сервиса, о котором вы даже не мечтали. Шашлычный экспресс. Ой, дорогие, ой, мы с ним пошли. Ой, суки, Да это же шашлычок по вызову. Просекли? Больше не надо морочиться с углями и мангалом, а тупо звонишь этим ребятам, и они тебе сами все привозят.
От души, брат. Ну и я не отрицаю, что, возможно, эти чуваки на свой собственный пикничок едут. По случаю того, что астрологи объявили... День обжора шашлыков и барбекю. Просто им запоздалое приглашение прилетело, вот они и спешат как могут. Старичок, идем на пикничок. Принял. Одно только для меня загадкой остается. Как он, раскаленный мангал у себя на коленях держит? Отец, ты горишь! Посмотри. Хорошо, хоть пацаны додумались окна пооткрывать. А то на ближайшем посту ГИБДД простыми объяснениями им бы было точно не отделаться. Добрый вечер, сержант полиции Нечипаренко. Ваши документы. Вызывай наряд. Водитель не в адеквате. Когда пес подбирает всякую гадость на улице, то его хозяин обычно делает вот так. Ну а у чуваков из следующего видео нет никакой собаки. Зато ситуация, в которой они угодили, как похоже. Дай мясо. Блин, чувак, ну ты чё? Будто в ни разу не играл. Очевидно же, что после поедания сырой курочки последствия будут не самыми завидными. Видать, парнишу окончательно задолбали со своими моднявыми рецептами. Стоят, снимают там на камеры, как лучок с картохой нарезают, а у чувака уже желудок от голода свело. Я срать хочу, не могу! Не, ну я, конечно, хотел бы верить в крепкую дружбу этих ребят. И в то, что эти чуваки реально пытались спасти этого от встречи с удивительным миром сальмонеллеза. Не хавай, оставь, не сварили еще. Но, сдается мне, у них тупо мяса на кухне не так много. Вот и тщательно следят за каждым кусочком. Видали, каким взглядом их главный дозорный пропажу обнаружил? Гнида! И потому дальнейшие действия были мегапрофессиональными. Если вы всегда мечтали узнать, что случается при столкновении соды с кетчупом, то, скорее всего, вы очень странный человек. Но и на ваши особые вкусы у меня найдется видосик. Кулинар от Бога. О, ни хрена она там всю кухню зафаршмачила. Сейчас-то улыбается довольная, но уже в скором времени ей придется на один серьезный вопросец отвечать. Вот это кто будет убирать? Ты, сука, будешь это убирать или нет? Как-то вся эта коричневая жижа у меня нехорошие ассоциации вызывает. Точняк, именно так выглядит утро после посещения ресторана с очень острой кухней. Надо признать, что девчуле вся эта эякулирующая биомасса явно дико по вкусу пришлась. Мало того, что сама руку убирала. Так еще и рот пошире открыла, дабы и туда залететь смогло. В общем, не знаю, получится ли спасти кухню, но я бы изолировал эту дамочку подальше от всей кухонной утвари. Ну и от сосудов со всякими жидкостями. Так, на всякий случай. У вас бывают ситуации, когда вы внезапно осознаете, что находитесь в обществе людей, которых знать не знаете? Надеюсь, что нет. Чего не скажешь о герое следующего видео. Это конкурс! Кус, братан! Походу конкурс. Ух ты ж, ни хрена Котейкин из «Матрицы» выпал. У него такая морда, будто он забыл какие-то дико важные кусты обоссать или поорать в 3 часа ночи. Кто я? Как он вообще умудрился оказаться на этой вписке? Хотя, погодите, кажется, я знаю ответ. Скорее всего, все началось с безобидного вопроса. Мы пьем. Мы пьем, выйти. Да. Ну, а развязку мы уже с вами видели. Кус, братан. Чего? Да-да, вы наверняка уже тоже охренели с гимнастических способностей чувака. И особо охренели с его бессмысленного спича. Разгадка проста. Этот видос из Молдавии, и его участники тренируют на коте свое знание русского языка. Конкурс, братан! Да что ты, черт побери, такое несешь? Но лично я думаю, что Котеич выпал в осадок вовсе не из-за этого, а по причине того, что этот нехороший человек по полстопарика не доливает. Полстакана, Валер. Да так мало, урод ты! Ну а сейчас, без лишних промедлений, стриптиз. Внезапный женский... И незабываемый. Крушение надежд. Не то чтобы это выступление было эротичным, но вполне эффектным. Этого у него не отнимешь. Мальчики, это танец для вас. Блин, да от такого грохота, небось, пол соседнего двора подпрыгнуло.
И это я еще молчу про соседей снизу. Больше всего я угораю с того, что девчуля так и осталась лежать жопой кверху, а ее мамка невозмутимо двинулась по руинам, будто ей на столик и дочку вообще пофигу. И больше всего ее волнует потерянный пульт от телевизора. Наташ! Твою мать! Что довольно-таки странно, согласитесь. Потому как я вообще не вдупляю, как мамка допустила потанцульки в посудоопасной зоне. Ну а главную подунью можно только похвалить. За что? За смелость и настойчивость, конечно же. Не знаю, как вы, а я уверен, что однажды она достаточно натренируется и точно всем покажет, кто тут королева. Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр. Впереди вас ждет охренительный музыкальный номер. Это был Плюс 100-500. Меня зовут Максим. Пока. Come on, right.